Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как создать безопасный криптокошелек, как купить крипты, завести ее, хранить ее на этом криптокошельке, переводить так же, как ее выводить. Ну, в общем, такой гайд для новичков, тех, кто этого никогда не делал. Ну, сегодня, наверное, будет чуть менее прогулочный формат и чуть более дзен формат. Но тем не менее. Повернем камеру и начнем. Итак, криптокошелек. Значит, сначала я всем рекомендую определиться, на каком уровне инвестирования они будут находиться в данный момент времени. Например, вы можете желать вложить в крипту $100, можете 500, можете 1000, можете 10 тысяч, можете 100 тысяч или миллион, или 100 миллионов, как бы. У каждого свои лимиты, и пропорционально этим лимитам я бы выбирал стратегии. Первое, что вам нужно сделать, это определиться с тем, какой у вас будет кошелек. Я о типах кошельков я расскажу чуть дальше. Соответственно, затем, когда вы определитесь, какой у вас будет кошелек, вы можете определиться, где вы будете приобретать крипту, что вы будете с ней делать, где вы будете продавать крипту, если вы захотите, конечно, ее продавать. Вот. Ну и пойдем по этапам. Значит, типов кошельков существует, ну, я бы так условно разделял на два глобальных метатипа. Один тип – это холодные кошельки. Второй тип – это горячие кошельки. Если очень сильно упростить, объяснить более понятным языком, то холодный кошелек – это кошелек, который никогда не подключался к интернету. Мы сейчас не говорим об операционных системах, не говорим о том, что за софт кошельков. Мы просто подразумеваем, что если устройство подключено к интернету, то есть гипотетический шанс того, что оно заражено, а если оно заражено, то есть гипотетический шанс того, что ваша крипта, ваш приватный ключ уйдет к кому-то другому. А это не есть хорошо. Следовательно, чтобы этот риск отсутствовал, вы можете использовать холодный кошелек. То есть до тех пор, пока ваше железо не выходит в сеть, это можно считать холодным кошельком. Есть также терминология, подразумевающая использование термина «теплый кошелек», когда вы в большей части, там, например, не выходите в интернет с этого компа, но иногда все же делаете это, например, для транзакций. Но я бы не стал заморачивать голову и сказал вам так. Как только вы подключаете ваш холодный кошелек к интернету, или компьютер, точнее, с холодным кошельком к интернету, он сразу же становится горячим навсегда. То есть его больше никогда вы не сделаете холодным. Чтобы сделать холодный кошелек, после того, как вы подключили компьютер к интернету, вам нужно отключить компьютер от интернета, перезагрузить его, загрузить снова свежую операционную систему, я об этом еще расскажу, и создать новый холодный кошелек. То есть обратно он холодным уже никогда не станет, то есть он уже не будет безопасным, потому что есть огромное количество систем, позволяющих... Понятно, что эти системы очень часто дорого используют, но тем не менее они существуют. Позволяющих, например, по звуку вашей клавиатуры определить, что вы набираете. То есть если вы вводите приватный ключ или мнемофразу, то можно ее снять по звуку клавиатуры. Более того, есть даже устройства, которые это делают дистанционно на основе вибрации стекол. То есть, условно говоря, стоит фургон за вашим окном, направляет микрофон на ваше окно специфически, усиливает сигнал, затем анализирует звук ваших клавиш, и как бы если во всем количестве нажатых клавиш есть какие-то приватные данные или какие-то ваши ключи, то эти ключи становятся достоянием этого фургончика снаружи вашей квартиры. Здесь, понятно, можно заморочиться, делать это в подвале, делать это в каком-то месте, где никого не будет, проверить, что никого нету, да, там поставить камеры, еще что-то. Но тут это все как бы дорого и сложно. Я просто предупреждаю вас, что такие аудиоустройства, которые снимают по звуку клавиатуры нажимаемые клавиши, существуют, и они работают достаточно качественно, корректно.
А затем, естественно, есть также кейлогеры. Да? Кейлогеры могут быть не только в виде вирусов под винду, например, которые записывают все ваши нажатые комбинации, но и, например, хардварные кейлогеры. То есть это тот же самый кейлогер, который подключен, например, в клавиатуру сквозняком и снимает все нажатые клавиши. Или тот же кейлогер, который лежит где-то у вас в комнате, приклеен секретный, который по звуку клавиатуры это делает. Также есть атаки, в том числе и по электросети, и по там, связанным как-то с дисплеем, там, с интерпретацией сигнала. Но это все очень сложно, конечно же, это очень дорого. И рассчитывать на то, что на вас кто-то будет такую атаку осуществлять, ну, наверное, метод терморектального криптоанализа все-таки будет проще, быстрее и эффективнее, если вы, конечно, не предусмотрели какие-то меры против этого заранее. Вот. Поэтому от такого защититься мы здесь не будем пытаться, но все же. Для начала вам нужно определиться, как я уже сказал, с суммой ваших инвестиций. Вот вы определились, например, если это сумма, которую вы готовы потерять, и вы как бы не будете от этого сильно страдать. Ну, например, для многих это сумма в $100, для кого-то, может быть, это 500 или 1000, ну, это вы сами решаете. То значит, вы можете сказать, что вот это та сумма, которую я готов потерять, но я хочу приобрести удобство, да, потому что холодные кошельки – это очень неудобно. Естественно, есть различные централизованные решения и различные промежуточные решения. Соответственно, централизованные решения, промежуточные решения доверять им невозможно, так как это не холодный кошелек. Естественно, есть еще аппаратные кошельки, кто-то приверженец аппаратных кошельков. Но для аппаратных кошельков вам надо понимать, что, во-первых, вам нужно его купить, то есть потратить дополнительные деньги и ожидания, да, этого аппаратного кошелька. Во-вторых, аппаратный кошелек – это также централизованное место атаки. Я же сторонник создавать для больших сумм, не покупать аппаратные кошельки, а создавать холодные кошельки, просто потому что, когда вы создаете кошелек, вы делаете это индивидуально, вы сами знаете, как вы это сделали, и вектор атаки очень сильно снижается, тем более, если у вас особенное железо какое-то, особенный какой-то софт для холодного кошелька, то переживать насчет того, что кто-то массовую атаку проведет, и ваш компьютер окажется среди тех, которые причислились к массовой атаке, да, то есть популярным установленным софтом, и они смогли вас взломать, ну, вероятность этого крайне маленькая. Вот. Но кто-то любит аппаратные кошельки. Я бы так сказал, что если у вас есть как бы желание, возможность, вы можете делать и так, или же вы можете, если у вас существенная сумма, вы можете разделить ее, часть хранить на аппаратном кошельке, часть хранить на холодном кошельке. Каждый решает сам, но на мой взгляд такой, чисто субъективный, не профессиональный, я считаю, что холодный кошелек обеспечит большую безопасность, потому что для того, чтобы его атаковать, у вас нет никаких центральных точек отказа. У вас, вы сами выбрали операционку, вы сами выбрали софт кошелька, вы сами выбрали уровень обновлений, и шанс, что у вас будет какое-то уязвимое ПО, там комплексно уязвимое, вот конкретно это, что вас взломают, он снижается. Да? А если, например, у вас есть Trezor кошелек, да, там популярный аппаратный кошелек, то у вас уже как бы есть вектор атаки через кошелек Trezor. Я согласен, что шансов на то, что атака будет осуществлена на холодный кошелек, в принципе, достаточно маленькая, потому что, на аппаратные кошельки, потому что аппаратные кошельки изначально спроектированы достаточно грамотно, но все-таки такой шанс есть, поэтому я бы сказал, что холодные кошельки чуть-чуть более безопасны, чем аппаратные кошельки, но кто-то может со мной поспорить, сказать, что это не так, но это вы решаете сами в меру вашей экспертности. Вот, вернемся же к реалиям на жизни, да. Большинство людей, естественно, особенно кто имеет небольшие средства в крипте, они не используют холодные кошельки, не используют аппаратные кошельки. Это можно понять. Они используют просто либо онлайн-сервисы, либо биржи, обменники, или они используют какие-то мультивалютные криптокошельки. Такое тоже достаточно популярно, часто встречается среди пользователей. Да, даже среди опытных пользователей такое часто встречается. В принципе, я не буду вас отговаривать не хранить средства на биржах. Я не буду вас отговаривать не хранить средства на централизованных кошельках, особенно если вы проверите, много лет ли существует биржа. Если вы храните на бирже, да? Если вы храните на каком-то централизованном сервисе, много лет ли он существует? Надежные ли создатели? Похоже ли, много ли уязвимостей было у этого сервиса за годы существования? Много ли раз его взламывали? Если на это все ответы нет, это, наверное, скорее всего, это значит, что создатели сервиса позаботились о безопасности. Понятно, что всякое может произойти,
Но если у вас там небольшая сумма, для вас это не будет прям смертельной потерей. Поэтому, вы, конечно, каждый сам решает, для кого какой предел. Но я бы сказал, для кошельков в размере 100, 200 там, или 300 долларов я бы не рекомендовал заморачиваться с холодными кошельками. Если же сумма 500, 1000 или выше, то, возможно, ну, если для кого-то эта сумма существенная, то, возможно, заморочиться все-таки с холодным кошельком или с аппаратным кошельком, или просто хотя бы с какой-то безопасной установкой, может быть, заморочиться и стоит. Вот, ну окей, вы определитесь для себя, насколько вы хотите заморочиться. То есть холодный кошелек и аппаратный кошелек наиболее сложные для настройки установки, но наиболее безопасные. А мультивалютные кошельки, особенно open-source, имеют среднюю безопасность и среднюю сложность настройки установки. Ну и дальше централизованные сервисы и биржи имеют вообще не супер низкий порог вхождения, супер простую установку. Единственное, что вам нужно будет сделать в рамках биржи, это, конечно же, верифицироваться, потому что большинство современных бирж крупных требует верификации, и, честно говоря, если так вот по-честному, вряд ли вы сможете этого избежать. Поэтому можно, недолго думая, обратиться к одной из крупнейших бирж или вообще к крупнейшей бирже. Это биржа Coinbase, китайская биржа, да, на которой тоже зарегистрироваться, пройти процедуру верификации. Кстати, если вы надумаете там регистрироваться, возьмите у меня реферальную ссылку для регистрации на Binance. Вот. И, собственно, воспользоваться Binance для того, чтобы не какую-то небольшую сумму крипты хранить и, возможно, там же ее и продавать. Собственно, чем еще удобен Binance? Тем, что можно заводить с пластика и достаточно быстро, и более-менее приемлемой комиссии в размере порядка 3%. Чтобы вы понимали, пластиковые провайдеры Visa и MasterCard в среднем берут порядка от 1,5% до 2,5% комиссии, независимо ни от чего, то есть вот этот диапазон, и плюс еще какой-то фиксированный размер, типа 25 центов или 50 центов за каждую транзакцию. То есть вот когда вы покупаете BitKeep, например, с пластика, да, с вашей карты списываются деньги, кто-то должен заплатить мерчанту, да, кто-то должен, то есть, извиняюсь, либо, ну, обычно мерчант платит, кто-то должен заплатить Visa MasterCard, да, вот эти 1,5-2,5% в зависимости от суммы и типа транзакции, кто-то их должен заплатить, или вы заплатите, или биржа заплатит, ну, то есть в зависимости от того, что за биржа и что за условия. Может, если вы какой-то большой клиент биржи, они вам дадут пополнение с пластика без комиссии, не знаю. Вот, в общем, после того, как вы выбрали тип кошелька, отталкиваясь от вашей суммы, ну, соответственно, нужно этот кошелек установить и настроить. Про биржу я не буду рассказывать, как ее устанавливать, настраивать, верифицировать, потому что материалов об этом куча. На самом Binance есть материалы о том, как это делать. Если вы находитесь в США, то для вас, наверное, Coinbase подойдет, там тоже хорошие условия, тоже нужна верификация, но тем не менее, Coinbase вот тоже популярная биржа, точнее, это не то, что не совсем такая традиционная биржа, но тем не менее, сервис, можно сказать, обменный сервис, где вы можете покупать биток. Также, конечно, вы через обменники можете купить биток, но имейте в виду, что по пластику транзакция через обменник будет дороже. Это будет уже не 3%, это будет уже 4, 5, 6 минимум, может быть 7, 8, 9, может быть 10. А в некоторых случаях, да, друзья, такое бывает, я видел такое не раз, транзакция с пластика, покупку крипты полностью анонимная, скажем так, если она, то она бывает стоит и 50%. И даже 80% суммы я видел комиссию. То есть $1000 заводите, $800 платите комиссию за то, что как бы воспользовались неким анонимным сервисом и получаете в итоге $200 с вашей 1000. Да, и такие сервисы есть. Indocoin, по-моему, такой сервис, который берет гигантские комиссии с пластика, но он, конечно, все равно им кто-то пользуется, потому что там нет жестких требований или, по крайней мере, не было по верификации по этому пластику. Ну, то есть кто-то использует, кому-то это нужно. Вот, теперь про Binance не рассказывать не буду, про мультивалютные кошельки. Здесь вы обычно выбираете, либо вы хотите мультивалютный кошелек, мультикриптовалютный, только на настольный компьютер или на ноутбук, или вы хотите только на телефон, или вы хотите и туда, и туда. Здесь от этого вашего выбора все зависит, потому что вы можете, например, если хотите и туда, да, и на телефон, и на комп, возможно, вам будет удобно выбрать один и тот же кошелек. Вам чуть меньше беспокоиться по поводу того, что разные разработчики, разные кошельки, не надо отслеживать, что там может какая-то, какая-то угроза безопасности, что-то надо сделать, куда-то средства перевести. Да? Если один создатель кошелька, то с одной стороны как бы надо мониторить один источник на предмет взлома, с другой стороны, конечно, все равно кошельки для десктопа и для ноутов и для телефонов сделаны по-разному,
И есть шанс, что ну, создатель кошелька что-то проглядит даже, тем более, если у него разные продукты. Ну, то есть тут разные моменты, надо смотреть, опять же, от вашей суммы, от вашей заинтересованности, насколько вы переживаете и так далее. Вот. Давайте, наверное, чуть-чуть прогуляемся, чтобы это стало подинамичнее. Может, вы уже 15 минут смотрите на воду. Давайте немножко погуляем. Продолжая как бы рассуждать на эту тему, если же вы выбрали холодный кошелек, я сейчас не буду вдаваться в подробности о создании холодного кошелька, потому что это очень долго рассказывать. Я вам только скажу две вещи. Во-первых, у меня есть статья на Голосе о том, как создать холодный кошелек. Можете написать в гугле голос.id пробел sx-i, то есть мой ник, пробел, и создаем холодный кошелек, или там создаем самый безопасный кошелек, как-то так я это называл, не помню. Я могу также ссылку оставить под видео в комментариях или в описании, посмотрим. То есть про, но я, тем не менее, я пройду вкратце процедуру, как происходит создание холодного кошелька, чтобы вы понимали, насколько для вас это сложно или просто. Значит, шаг первый. Это вы скачиваете дистрибутив Linux или операционной системы, какой хотите, но желательно, чтобы это была свободная операционная система, в которой минимум уязвимости, минимум шансов схватить вирус и минимум того, что вас взломали. Причем, как я уже сказал, вы можете использовать вот такой вот софт для создания холодного кошелька и в этом же софте, в принципе, пользоваться и горячим кошельком, да, то есть можете использовать одним и тем же софтом для обоих целей и задач. Например, Electrum может работать в таком режиме без проблем. И, значит, соответственно, вы выбираете дистрибутив Linux. В принципе, вы вообще свободно выбираете, что хотите. Но если вы не хотите ставить этот дистрибутив и настраивать, тем более, если это на флешку, это потребует некоторых навыков с вас, да, лишнего времени, то вы можете взять готовый дистрибутив, который я считаю достаточно надежным. Это BitK. Сайт его bitk.io. Также, если я правильно помню, есть еще операционная система с поддержкой многих криптовалют. По-моему, она называется Cryptocurrency OS. Вот, или как-то так. Ссылки на BitK и на эту систему, я ее не тестил, сразу скажу, но она вроде есть, и ее как бы котируют некоторые. Ссылки я постараюсь ставить под видео на эти системы. То есть вы можете загрузить это, либо вы можете, значит, просто взять любой дистрибутив Linux, более-менее, который вам удобно, поставить туда софт для кошелька. Далее, что вы делаете? Очень важно понимать, что главное, чтобы этот дистрибутив был... Вы спите, да? Прикольно. Спите, спите. Главное, чтобы этот дистрибутив был... загружался вживую. То есть для холодного кошелька вы не можете пользоваться, постоянно устанавливаться операционной системой. Ну, вернее, вы можете, но тогда вам нужно никогда не пользоваться этим устройством. То есть если вы готовы, например, для телефона так можно сделать, если у вас есть старый телефон, который вам не нужен и которым вы не планируете пользоваться, то вы можете отформатировать этот телефон, сбросить его полностью и настроить его чисто под криптовалютный кошелек. Но если же вы планируете этим устройством пользоваться и дальше, то вам нужно создать вот именно живой дистрибутив, который будет как бы загружаться. В чем плюс вживую, в живом режиме? В чем плюс именно BitK? В том, что в принципе вы можете не живой создать, сейчас еще все-таки скажу, но здесь надо иметь в виду, что это потребует от вас некоторых навыков. В чем плюс BitK? Так это в том, что он берет на себя многие вещи. То есть там уже предустановлен кошелек, он вам объясняет, когда вы находитесь в безопасном режиме, там с помощью зеленых обоев рабочего стола, вы знаете, что у вас не включен интернет, у вас не подключен к интернету компьютер, и как бы все окей. Вот, то есть с вас снимается множество боли, и кошелек предустановлен, вы просто скачиваете этот BitK или там Cryptocurrency OS, что хотите, и используйте. Вот, тут смотрите как бы сами. Да, и все-таки я обещал сказать, как происходит создание. То есть, например, если мы выбрали, что решили, что мы будем пользоваться BitK, значит, мы делаем следующее. Скачиваем с сайта BitK ИСОшник, находим там контрольную сумму на сайте, проверяем ИСОшник на соответствие этой контрольной суммы. Это значит, что не было ошибок и ничего не вмешалось. Там есть либо MD5 сумма, либо SHA-256 сумма. Вот с помощью нее проверяете. Если не знаете, как это загуглить, это несложно делать, очень быстро, занимает буквально пару минут. Затем, когда вы проверили ISO-образ, его нужно записать на флешку. Записать на флешку просто так нельзя, естественно, нужен специальный софт. Там кто-то любит Rufus под винду, но я вам не рекомендую использовать это. Я вам рекомендую использовать open-source средства, такие как GNOME Disks,
Или он в репозиториях очень часто называется Gnome Disk Utility. Он называется в репозиториях, но когда вы его установите из репозиториев, он будет называться Gnome Disks. Что в консоли, что в системном меню графическом, неважно. Вот. И, значит, сколько сейчас, кстати, времени? Соответственно, с помощью Gnome Disk. А, еще Balena Etcher. Вы можете еще использовать Balena Etcher, тоже хороший софт для того, чтобы, собственно, записывать флешки. Сейчас я посмотрю, закрылся ли магазин или еще нет, чтобы понимать, смогу ли я купить чего-то домой. Потому что я приехал сюда, в том числе в магазин, но, возможно, он уже закрылся. Так. Значит, вы скачали программу для записи флешек. Да, закрыто. Час назад даже закрылся. Скачали программу для записи флешек. Хорошо. Запускаете программу для записи флешек и ей указываете ISO-образ. Balena Etcher хороша тем, что она также автоматически проверяет ваш образ на предмет того, что он записался корректно. Если вы вручную записываете, то там с помощью DD, например, то проверьте после записи образ, что он записался корректно. Также с помощью контрольных сумм это и делается, собственно. Интересно, конечно, фонтан, который разливается наружу, это прям предусмотрено так, но он что-то очень сильно разливается. Планировалось, что он, видимо, он будет разливаться по чуть-чуть, но он прям тут так странный, конечно, немного. Вот. Далее, холодный кошелек. Значит, вы записали эту флешку, вы делаете следующее. Вы берете ноутбук или настольник, или, ну, в общем, какое-то устройство, на котором вы будете загружать систему, отключаете его от интернета, в идеале также изымаете оттуда Ethernet модуль, если возможно, сетевую карту. В общем, чтобы там не было интернета в помине вообще. В принципе, BitKey вас изолирует от интернета и так, но сами разработчики даже говорят, BitKey это не какое-то универсальное супер там безопасная штука, так, серебряная пуля, или bulletproof какая-то, да, пуленепробиваемый жилет. Поэтому, типа, считайте, что авторы BitKey намеренно сделали дистрибутив, чтобы украсть у вас крипту. Несмотря на то, что авторы сделали этот дистрибутив, чтобы у вас не украли крипту, но считайте, что они сделали этот дистрибутив все-таки наоборот, чтобы у вас украли крипту. Это правильный подход на самом деле, поэтому разработчики красавчики, что они об этом пишут. Поэтому вам нужно эту систему изолировать. То есть вы ее изолируете от интернета, отключая кабель интернета, отключая Wi-Fi модуль, все, что вы можете, из ноутбука. Далее вам нужно выключить, если это ноутбук, выключить, достать батарейку и отключить из сети. Если это настольник, просто отключить из сети. И в отключенном состоянии, и без батареек, подчеркиваю, в отключенном состоянии, нажать на кнопку питания и подержать ее минуту. Альтернативно, вы можете несколько часов компьютер не трогать, чтобы он был, лежал отключенный от сети и без батареи. Но если вы не хотите ждать несколько часов, то просто нажмите кнопку питания и подержите. Такая процедура разряжает конденсаторы вашей материнской платы и в целом, в общем-то, можно так сказать, более-менее гарантирует также то, что ваша оперативная память затрется в достаточной степени. Ну, в общем, это дополнительная мера обезопасивания себя. Далее вы вставляете флешку, которую только что записали, включаете ваш компьютер, загружаете с этой флешки, то есть входите в BIOS, выбираете загрузку с флешки, загружаете с флешки, и дальше вас проведет гайд. То есть вы выбираете холодный кошелек, у вас загружается система с зеленым рабочим столом, обратите внимание, это значит, что вы в безопасности. Потому что желтый и красный, соответственно, означает, что у вас есть интернет, а зеленый, значит, интернета нет, значит, что вы в безопасности, и вы в холодном кошельке. Вот. Я, по-моему, зеленый, если я не путаю, там или зеленый, или синий фон они для этого делали. Надо посмотреть, ну, смотрите внимательно. Система вам будет подсказывать, по шагам вас будет проводить, там все это есть. Дальше вы просто вставляете... Вам нужно две флешки. Значит, вы после того, как вы загрузитесь, одна флешка вам нужна с дистрибутивом, вторая флешка, та, что с дистрибутивом, должна быть на гиг или более, на 1 гигабайт или более. Потому что современные дистрибутивы весят не меньше гига, но если вы делаете сами, вы можете взять и меньшую флешку, но в целом, как бы там, около гига, иногда 2-гиговые флешки нужны, могут понадобиться, иногда 4-гиговые, но в целом, как бы, вот как-то такой примерно порядок цифр. Вторая флешка, на которой будет храниться ваш файл кошелька и дополнительные какие-то вещи, она может быть любой, хоть на килобайт,
хоть на мегабайт, хоть на 500 килобайт. Вот любая, вообще абсолютно любая, любого размера флешка подойдет, даже самые старые. Соответственно, вы после того, как загрузились, вы вставляете флешку и выбираете Electrum в меню. Создаете, проходите по мастеру, создаете пароли для хранилища на флешке, пароли для кошелька. И получаете эти мнемослова, которые должны забэкапить несколько раз, как минимум, записать в безопасное место, потому что при помощи мнемослов можно полностью получить доступ к вашим деньгам. Естественно, в любой момент это тоже, если вы мнемослова засветите в интернете, то все, ваш кошелек уже не холодный. Или не в интернете даже, а просто в подключенном к интернету компьютере. Вот, вы все это дело записываете, а также вы переписываете или фотографируете свой публичный адрес. Подчеркну, что приватный ключ, вот этот мнемо-ключ, ни в коем случае фотографировать нельзя, только переписывать вручную. А вот публичный ключ вы можете сфотографировать. Точнее, вам нужно... Ну, то есть публичный ключ — это адрес кошелька. Вот адреса кошелька вы можете сфоткать. Рекомендую сразу создавать, там автоматически создается там десяток или больше адресов. Я рекомендую вам их сразу пролейблить, например, там... Private, my private wallet, my, ну скажем так, они все публичные, конечно, кошельки, но можно пролейблить, типа это кошелек не для кого, только для меня, это кошелек для получения переводов, это кошелек для получения пенсии, там еще что-то. Вот. В общем, пролейблить их, зафотографировать публичные ключи или, иначе говоря, адреса с QR-кодами, да, по QR-коду проще всего будет распознать. Вот, то есть фоткаете QR-коды и все. На этом все закончено. Закрываете Electrum, вытаскиваете флешку. Ну, ждете, пока Electrum закроется, вытаскиваете флешку, выключаете питание, также делаете, полностью обесточиваете устройство, зажимаете кнопку питания, держите, все. Потом загружаете в вашу операционную систему. Затем вашу флешку с кошельком сохраняете. Если к ней кто-то доступ получит, это еще не значит, что он получит доступ к вашим деньгам, потому что там все запаролено. А вот если кто-то получит доступ к мнемофразе, то все, потому что мнемофраза — это то же самое, что приватный ключ. Поэтому мнемофразу храните, как будто это часть вашего тела, а флешку тоже храните очень тщательно и аккуратно. Но если с ней что-то случится, вы сможете, в принципе, ее восстановить. О, тут есть вода, прикольно. Сейчас попробую показать. Тут вот на стене есть вода. Можно помыть ножки или велосипед. Вот, в общем, вот такая процедура. То есть рассказал про холодный кошелек. Это достаточно важно, поэтому вот, чтобы вы знали. Если вам холодный кошелек не нужен, то да, пользуйтесь какими-то сервисами, пожалуйста. Есть сервис blockchain.com популярный. Есть другие разные сервисы для кошельков. Есть мультикриптовалютный, тот же самый blockchain.com мультикриптовалютный, но он поддерживает, ну, около 10 или 15 криптовалют, не знаю сейчас сколько точно. А некоторые мультикриптовалютные кошельки поддерживают сотни или даже тысячи монет. Но это вы сами решаете, как бы, что вам важнее, что вам нужнее, хотите ли вы много валют или мало, в общем, все такое. Значит, считаем, что с кошельком разобрались. То есть либо вы сделали холодный, либо вы сделали централизованный, либо мультивалютный, либо мультивалютный централизованный. Ну, в общем, какой-то тип кошелька вы выбрали. Важно понимать, в чем различие, да, что такое централизованный кошелек. То есть это кошелек, созданный какой-то компанией, где вы не управляете вашими ключами. Или, может, вы управляете вашими ключами, но также компания тоже знает ваши ключи. Это, считайте, самый небезопасный способ, потому что компания может схлопнуться и ваша крипта может утечь. Такой же небезопасный способ – это хранить на бирже. В принципе, эквивалентный тому, что хранить в каком-то централизованном таком вот кошельке. А мультикриптовалютные кошельки, а там по-разному бывает. Там бывает, что вам не дают администрировать ваш ключ. Бывает, что дают, но также владеют им и хозяева сервиса. А бывает, что создатели сервиса, мультикриптовалютного кошелька создатели, не владеют вашими ключами. Это как раз-таки случай для open-source кошельков. Но надо понимать, что все равно, даже если создатели сервиса не владеют вашими ключами, это не значит, что вас нельзя взломать, это не значит, что этот кошелек нельзя взломать и каким-то образом, да, из интернета и получить доступ. Поэтому абсолютная гарантия никогда не будет абсолютной гарантией безопасности, но максимальная гарантия того, что вы будете в безопасности, это все-таки холодный кошелек.
Вот, если захотите заморочиться. А, забыл сказать, есть еще холодные кошельки для телефонов, приложение, да. Я сейчас точно не вспомню название. По-моему, AirGap. AirGap.it, по-моему, называется кошелек. А это итальянский, ну, наверное, или это просто на итальянском домене, может, это не связано с Италией. Да, наверное, это не связано с Италией. В общем, это приложуха для телефона, с помощью которой вы можете какой-нибудь старый телефон переделать в условный аналог вот холодного кошелька. Соответственно, да, не забывайте о том, что вам нужно отключить все радиомодули, которые ведут связь с внешним миром, то есть Bluetooth, Wi-Fi, 3G, там 4G модули, вот что-то такое, как бы. И использовать тогда приложуху, поставить, не вопрос. Ставите вот этот кошелек AirGap IT или альтернативный какой-то, и используйте телефон для, как холодный кошелек. Как в холодном кошельке, вы спросите, происходят транзакции, если он без интернета? Все очень просто. Вы для того, чтобы совершить транзакцию, используя свой ключ, свой приватный ключ, вы должны сделать следующее. Вы должны заранее взять адрес, на который хотите перевести, заранее знать сумму, на которую хотите перевести. Дальше загружаетесь в холодный кошелек, как я вам только что объяснял, рассказывал подробно. Вот вы загрузились в холодный кошелек, и вы из этого холодного кошелька создаете транзакцию, нажимаете «Отправить», вводите адрес, который вы взяли заранее, подготовили, вводите сумму и создаете транзакцию, но не отправляете ее в сеть. Да, у крипты есть возможность создать подписанную транзакцию, не отправляя в сеть. При этом такая созданная подписанная транзакция, она, вы уже ничем не рискуете, потому что вы эту транзакцию подписали сами, и дальше вы готовы к тому, чтобы она утекла в сеть, потому что в этой подписанной транзакции нет никаких, нет ваших приватных ключей. Да? Нет ваших приватных ключей. Это самое главное. Соответственно, вы спокойно дальше куда-то копируете этот файл с транзакцией, эту транзакцию копируете, заходите, снова делаете процедуру в обратную сторону, да, заходите на компьютер с интернетом, пусть даже зараженный вирусами, пусть даже заведомо небезопасный, это не, уже не имеет значения, и эту транзакцию отправляете. Транзакцию эту, как бы, она либо пройдет, и у вас все пройдет, либо она не пройдет, как бы, все. То есть два варианта. Вмешаться в нее, изменить, пока квантовая криптография не пришла к нам, я думаю, что вмешаться, изменить вашу транзакцию так, чтобы она при этом прошла, ну, это практически невозможно или полностью невозможно. Вот. Значит, с холодными кошельками подразобрались, с мобильной версией холодных кошельков подразобрались. Теперь, значит, что касается бирж, я рассказывать не буду, там посмотрите видеоуроки сами. А теперь перейдем от вопроса кошельков, уже полчаса я его рассказываю, к вопросу о том, где и как покупать. Ну, смотрите, вам нужно знать несколько сайтов. Здесь зависит от того, хотите ли вы покупать на бирже. На бирже обычно меньше комиссии и с пластика дешевле. Но не все биржи поддерживают пластик. И биржи обычно централизованные. Или на обменники. Обменники, там обычно высокие комиссии, они тоже централизованные. Но зато на некоторых обменниках это сделать проще и быстрее. Особенно классно, что обменники поддерживают обычно большое количество направлений. Например, если вы с Яндекс.Денег каких-нибудь, ой, там, Юмани или как там они называются. Или с чего-то еще нестандартного, там, Вебмани каких-нибудь. Хотите завести себе крипту, купить себе биток, да, или что-то еще более редкое, то обменник вас может спасти. И опять же, если у вас сумма небольшая, то вы не особо чем-то рискуете, но, конечно же, вам нужно проверить качество обменника. Как это сделать? Значит, записываете сайты. Значит, по обменникам. Best Change сайт, вы знаете, BestChange, по-моему, .com и .ru, по-моему, домена есть. Кстати, смотрите, Free and Open Source Software. Вот, это то, что всем нужно использовать и устанавливать, и то, о чем я сейчас рассказываю. Так. Вернемся назад. Значит, сбился немножко в смысле, сам себя сбил в смысле. BestChange. Потом, кроме BestChange, еще курс эксперт. Значит, курс.эксперт латинскими буквами. Это такой сайт и есть. Это альтернатива BestChange. Там можно зарегаться, кстати, получать реферальный процент себе. Можете также по моей ссылочке зарегаться, попросить, я добавлю к видео, если я забуду это сделать сразу. Вот, значит, BestChange и курс.эксперт – это сайты, где можно посмотреть курсы и отзывы на обменники.
То есть, в принципе, достаточно старенькие сайты с хорошими отзывами. Пожалуйста, пользуйтесь, переходите, покупайте, продавайте через них, если вы хотите пользоваться обменниками или если у вас нестандартная какая-то ситуация. Если же вы хотите минимальную комиссию и поддержку пластика при этом и каких-то, возможно, альтернативных платежных систем, то вам надо обратиться к биржам. Бирж огромное количество. Значит, вы заходите на сайт CoinMarketCap. Это список криптовалют. Выбирайте криптовалюту, которую вы хотите купить, например, биткоин. И после того, как нажали на биткоин, нажимайте на Markets. В разделе, по-моему, Markets, да, там этот раздел называется. И там как раз, ну, в общем, один из главных разделов, там всего их штук 10. Вот первый или второй раздел по порядку, может, третий. Там есть список бирж. И, то есть там есть список пар, рынков и бирж. Нажимаете, сортируете по, либо по объему биржи, либо по количеству транзакций, ну, как, по какой-то такой характеристике, и смотрите на топ-5, топ-10, топ-20, топ-50, топ-100. Я думаю, что топ-100 примерно это более-менее безопасно, топ-50 еще безопаснее, топ-10 еще безопаснее. Короче, чем ближе к топ-5 или топ-3, тем лучше. Тем более крупная биржа, тем, ну, условно говоря, меньше вероятность, что возломает, хотя в абсолюте, конечно, она не меньше, но я бы сказал, что, по крайней мере, биржа печется о своем образе, хотя может быть и обратная ситуация, что она слишком большая, уже ей на всех пофиг, и она ни о ком не печется. Вы тогда можете, если вы так считаете, то можете выбрать какую-то среднюю биржу, там из топ-20 или топ-30, там на 10 месте, на 20 месте, на 30 месте. Вот, в любом случае, я бы сказал, что топ-100 бирж – это достаточно безопасно. Особенно, если вы зайдете на сайт биржи, почитайте ее правила, посмотрите, нравится ли вам ее сайт, нравится ли направление закидывания денег, направление вывода денег, условия. И если вам все нравится, то регистрируйтесь, а потом верифицируйтесь. Также вас никто не останавливает в том, чтобы зарегаться на нескольких биржах. Особенно, если у вас серьезная сумма и вы боитесь, можете зарегистрироваться на 2-3 биржах и разделить сумму на 2-3 части и купить ее по частям. Или купить что-то на обменнике, что-то на бирже. Также есть OTC-трейдинг. OTC-трейдинг – это личный трейдинг с друзьями. Но есть, конечно, OTC-трейдинг через онлайн-площадки. То есть, например, у вас есть друг, там, например, я или еще кто-то, да, у кого есть крипта. И кто готов вам эту крипту дать. То есть он вам переводит крипту или дает вам, отдает вам свой кошелек. Не имеет значения, как ему удобнее. А вы ему лично приходите и даете там чемодан с деньгами, условно говоря. Это называется OTC-трейдинг или over-the-counter трейдинг. То есть в переводе с английского это, то есть, трейдинг через прилавок, что ли, прилавочный трейдинг. Ну, неважно. В общем, вот этот OTC-трейдинг, он не обязательно должен быть с вашими друзьями. Есть площадки, где вы можете посмотреть верифицированных продавцов, которые уже много лет в вашем регионе работают, и у них все хорошо. Например, это площадка Local Bitcoins. Кроме Local Bitcoins еще есть Paxful и еще куча других площадок. Можете посмотреть, опять же, их рейтинги в сети, поискать OTC Crypto, Buy Crypto with OTC, да, вот, загуглить такое, и посмотреть, какие есть площадки, с помощью которых вы можете, в принципе, эти OTC-трейды совершать. Окей, то есть такой способ тоже есть. Он чем-то удобнее, чем-то неудобнее. Да? У каждого способа есть плюсы и минусы. Я думаю, вы понимаете, да, что личная встреча с человеком с деньгами – это риск для вас, но, с другой стороны, это минимизация риска, потому что используют какую-то биржу, какой-то обменник, какой-то непонятный сервис. Но как, с каким-то человеком встречаться. Может, если это ваш друг, то это проблемы нет, а если это какой-то неизвестный человек, то, наоборот, эта проблема может быть больше. Ну, в общем, вы решаете. Или это вообще может быть облава вашего государства, да, на вас. То есть в зависимости от того, в каком вы государстве. А, еще важно, конечно, обратить внимание, где вы находитесь. То есть если вы в России, то в России много платежных систем. К сожалению и к счастью, это имеет определенные плюсы и минусы. И, соответственно, вам, вероятно, придется пользоваться разными биржами, разными обменниками, особенно если вы хотите приобрести разную крипту. Вот. Что здесь еще сказать? То есть рассказал про способ покупки с биржи, где чего изучать, про покупку через обменники, то есть там обычно нужна какая-то минимальная верификация, то есть серьезная какая-то верификация там обычно не требуется. Вот. Но все же имейте в виду, что тоже может потребоваться верификация. Верификация может занять, может моментально пройти сразу же, может занять несколько часов, может занять несколько дней, может занять несколько месяцев. И смотря какой уровень верификации, на многих биржах есть 4, 5, 6, 10 уровней верификации. И с каждым следующим уровнем вам нужно осветить больше данных о себе. Например, свой адрес, свой счет за электричество, там, с адресом, какие-то еще дополнительные данные, ваша дата рождения, скан вашего паспорта, ваши фотографии, там,
что-то еще, там, не знаю, номер телефона, квитанцию мобильной подписки, еще. То есть имейте в виду, что чем выше вы верифицируетесь, чем больше уровень верификации у вас, тем большими средствами вы можете обменивать, то есть тем больше средств вы можете сразу моментально менять. Но тем больше, как бы, для вас, условно говоря, геморроя, тем больше это займет времени, сил и даже, может быть, денег. Вот, имейте в виду, и на биржах, и на обменниках бывает верификация. На биржах она серьезная и сложная, на обменниках она обычно базовая, простая. Ну, например, закройте карту, номер вашей карты частично рукой и сделайте селфи с вашей картой, где номер карты закрыт частично рукой, где, и напишите на бумажке название нашего сервиса и ваш идентификатор, и эту фотографию прикрепите нам в саппорт. Вот это типичный запрос от службы обменников. И это, с этим ничего не сделаешь, потому что обменников сейчас очень сильно турзучат и требуют им делать тоже KYC, как бы, то есть know your client, да, то есть чтобы обменники знали, с кем они совершают различные операции обменные. Вот. Я рекомендую, конечно, вам покупать либо у друзей лично, кого вы знаете, либо, наверное, на биржах. Но как только вы купили на биржах, особенно если эта сумма существенная, конечно, желательно перевести средства на холодный кошелек. Это такой хороший вариант. Но если у вас там небольшие средства, или вы просто хотите поиграться, потрейдить, то можете оставить средства на бирже. То есть у меня, конечно, хранится небольшое средство, количество средств на бирже для каких-то срочных операций, но основные средства у меня на бирже не хранятся. Я вам этого не рекомендую. Также не забывайте, даже если вы пользуетесь централизованными сервисами, не забывайте следовать их правилам безопасности. Многие централизованные сервисы, например, blockchain.com, имеют двухфакторинг, трехфакторинг, многофакторинг. То есть, например, проверяется ваш номер телефона, проверяется ваш email, проверяется ваш пароль, проверяется ваш IP-адрес. Если все это совпадает, то у вас это допускают. Если у вас что-то изменилось, то вам посылают на все ваши реквизиты разные коды, вы эти разные коды должны ввести, и тогда ваша система спросит, хотите ли вы добавить вот этот IP-адрес в список исключений. Вы нажимаете «Да», и затем на 3 дня вам все операции блокируются, ввода-вывода денег вам блокируются, особенно вывода. Это сделано с целью, что если у вас угонят email, и преступник добавит свой кошелек для вывода средств к вам в аккаунт, чтобы он не смог их вывести, да, то есть вы, по идее, за там 3 дня или неделю, насколько блочится вывод, вы успеете обнаружить, что у вас увели email, что у вас убили учетку вашего на вашей любимой бирже, и предпринять какие-то меры, написать саппорт, восстановить доступ к почте, сменить пароли, сменить идентификаторы, вот, поэтому включайте все средства безопасности, если вы хотите ваш, как бы, вы сделаете кошелек чуть-чуть безопаснее. Понятно, что вы полностью не сделаете его таким же безопасным, как холодный, но все же. Вот. И с холодным кошельком еще такой момент. Так как я сказал, что у вас есть путь сделать свой холодный кошелек на основе своего дистрибутива, вы также можете использовать свой тип шифрования. То есть вы можете файл с кошельком зашифровать штатными средствами, потом его взять, запаковать в архив с паролем, тем средством, которое вы знаете, а потом этот архив с паролем записать, например, поверх изображения или поверх аудио, да, есть средства шифрации, да, добавления таких материалов внутрь аудиофайлов. Если вы смотрели «Мистер Робот», он там это делает постоянно, записывая музыку, добавляя в музыкальные файлы нужные ему какие-то нужные ему файлы. Вот, вы тоже можете так делать, использовать такие методики, добавлять ваши файлы, ваши архивы запароленные тоже внутрь изображений, внутрь аудио. Пожалуйста, это можно делать для холодных кошельков, это хороший способ. Или также, если вы, допустим, хотите сделать ленивый, да, не хотите делать холодный кошелек, просто сделали кошелек, записали, грубо говоря, сохранить хотите вашу мнемофразу на флешке, например, но глупо их просто так в тексте файликах хранить, потому что это супер опасно, да, тем более, если вы используете эту флешку будете, то можно вот так вот зашифровать, так, спрятать. Вот, что еще сказать? Значит, вы выбрали, где купить крипты, вы купили эту крипту, значит, если у вас холодный кошелек, вы потом выводите себе с биржи или с той штуки, где вы купили, себе на публичный адрес, который вы помните на телефон, я сказал сфоткать, вот на этот адрес вы себе переводите. Соответственно, наблюдать, сколько у вас денег, вы можете через блокчейн
если это не Monero, то во всех остальных, ну и там крипта, которая защищает от просмотра балансов, то вы можете через блокчейн всегда видеть, хранятся ли деньги у вас на кошельке, и дошли ли они, не дошли ли они. Для этого вам ваш приватный ключ не нужен. По сути, вам приватный ключ нужен только лишь для одного действия. Это, собственно, подписывать транзакции, то есть делать вывод средств с вашего кошелька. Так как предполагают, что вы это делать будете редко, и это не нужно делать часто, то по-хорошему этот холодный кошелек, он в принципе даже должен быть однократный. Да? То есть вы его создали, вы один раз решили с него вывести, вывели с него, все, вывели с него, как бы делаете новый холодный кошелек. Это еще более безопасно, понятно, что добавляет некоторую hesitation, некоторые сложности, но тем не менее так делать еще даже лучше, еще даже безопаснее. Почему-то я не включил сегодня в Sweatcoin режим прогулки, а вот сейчас я это сделаю. Так. Пам-пам. Итак, как выводить? Значит, затем. Средства вывода все те же самые, что средства ввода. То есть биржи, OTC, ваши друзья и обменники. Курсы вы можете смотреть на курс Expert, на CoinMarketCap и на BestChange. Также вы можете пользоваться сайтом CoinGecko, вы можете пользоваться сайтом CryptoCompare, вы можете пользоваться массой других сайтов, какие вам нравятся, какие вы считаете удобными, для того, чтобы смотреть всякую аналитику по монетам. Вы можете создать свой портфель монет, да, без привязки к вашему кошельку, просто указываете сумму, указываете монету и как бы такой, скажем, блокнотный трейдинг, да, то есть имеете записи о том, сколько вы когда купили, какой сейчас курс, и будете знать, сколько вы заработали. И вам для этого вовсе не нужно вообще притрагиваться к своим кошелькам, даже к публичному адресу. Даже к адресу кошелька вам не нужно притрагиваться. Если вы заранее записали балансы все себе, то все, вам достаточно баланса и названия крипты, и, может быть, еще суммы, которые вы завели, например, 50 тысяч рублей, да, вы завели, и вот вы записали 50 тысяч рублей, там 0,01 битка, но это я условно, там будет, конечно, меньше. Меньше ли будет? Не помню. В общем, там, по-моему, 2,7 миллиона сейчас в рублях. Ну, не суть. Записываете сумму в тех деньгах, с которых завели. Можете там с учетом комиссии, можете без учета. Записывайте сумму, которую получили в вашей крипте, и записывайте дату. Ну и, собственно, тип крипты. Вот эти четыре показателя. И вам даже не нужно светить вообще никакие данные. Ну, единственное, да, если кто-то увидит ваш блокнот, он увидит сумму. Но если вы используете типовые суммы, то по сумме транзакции тогда найти будет трудно. По дате транзакции можно будет найти типовую сумму. Но, опять же, если очень типовая сумма, и таких транзакций в блокчейне огромное количество, то проблемы нет. А типовые суммы – это $50, $100, $200, там, да, да. И в битке это, соответственно, тоже круглые цифры, там, например, 0.0001, да. То есть такие суммы встречаются там чаще, чем суммы нетиповые, да, там. Но хотя вообще, на самом деле, в крипте много и нетиповых транзакций, если уж так по-честному. Ну вот, как-то так. Что еще важно знать? Естественно, даже если вы делаете горячий кошелек, не пользуйтесь Windows, не пользуйтесь Mac'ом, нежелательно также пользоваться iOS или Android. А если и пользуетесь, то лучше это делать в режиме холодного все-таки кошелька. Если делаете горячий кошелек, ну, хотя бы не пользуйтесь Windows и Mac'ом, потому что реально много случаев, когда на Винде, по крайней мере, появлялись вирусы у людей, которые искали криптокошельки, искали сохраненные приватные ключи и уводили у людей крипту. Таких случаев много. Имейте в виду, что вы по каждую секунду, когда вы сохранили свой кошелек в Винде, неважно, в виде текстового файла или в виде запароленного файла, каждую секунду, что ваш комп подключен к интернету, вы рискуете. Каждую секунду этот риск увеличивается. Вначале он там алгоритмически увеличится, а потом он логарифмически увеличиваться начинает, особенно с приходом первого вируса на ваш компьютер, что неизбежно произойдет, так как вы пользуетесь проприетарными операционными системами, у которых такое количество уязвимостей предусмотрено, в том числе для спецслужб, чтобы это было легко и просто сделать целенаправленно, нецеленаправленно, как угодно. Вот. Поэтому будьте осторожны, не пользуйтесь проприетарными ОС для этого. Опять же, с криптой вы вряд ли будете работать с вашими суммами каждый день что-то куда-то переводить. Если вы каждый день что-то куда-то переводите, возможно, вам нужно на бирже пользоваться. А если же нет, то даже если Linux не является вашей операционной системой по умолчанию, если вы его не любите, если вы его не понимаете,
Это все не важно. Если вы хотите сберечь ваши средства, у вас просто нет выхода. Нет альтернатив, здесь нет. И альтернатива есть только, какой именно дистрибутив Linux выбрать. Да? То есть такой, такой, такой. Здесь вы можете выбирать, да, среди того, что есть. Вы можете взять BitKey, который я вам рекомендовал. Вы можете взять еще какой-то. Вы можете сделать свой. Пожалуйста. Я не знаю, куда мы идем. Я просто увидел табличку «Теннис» налево. И решил, что, ну, раз «Теннис» налево, значит, ну, нам придется идти налево. Что, что поделать? Вообще без понятия, я здесь впервые, вот до этого места я не гулял. Я не знаю, можно ли отсюда куда-то прийти, к какому-то интересному месту. Я слышу, что здесь везде вода вокруг. Вот она даже может быть видно, но не могу к ней никак подойти. Так, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся... Колботен Теннис Клаб. Ага. Так, вот куда я пришел. Интересно, могу ли я по этой трассе дойти к себе назад? Вообще, этот теннисный клуб, конечно, он немножко тупиковый, если честно. Может, не пойдем туда тогда? Да, наверное, не пойдем туда. Я передумал идти в теннис. Лучше попытаемся дойти домой. И получится это или нет отсюда, я не знаю. Но, наверное, как-то, наверное, получится. Ну, просто, чтобы вы представляли, вот масштаб, да? Вот где мы, вот куда надо прийти. Это достаточно далеко. Вот я к чему. Или можно, конечно, сесть на транспорт, пойти обратно, а потом сесть на транспорт. Но мы сейчас попробуем еще пойти по дороге. Так, вернемся к нашему разговору о крипте. Что еще? То есть я рассказал примерно, как покупать, как продавать, где что делать. Надеюсь, что здесь у вас более-менее понятно вам стало. Более-менее вы разобрались. Какие-то дополнительные меры по дистрибутиву уже сказал. Если вы хотите узнать, почему Linux лучше, посмотрите мой предыдущий ролик. Я в нем об этом подробно рассказал. Там об этом всем есть тоже длинное видео с разъяснениями, всеми нюансами, подробностями. Далее, что еще? Обмен крипты с одной на другую каких-то токенов вы можете делать на биржах, вы также можете делать это OTC, если у вас есть друг, который хочет купить вашу крипту, и также вы можете использовать обменники. Все эти способы для вас доступны. Если вы планируете использовать крипту в повседневной жизни, удобно также заиметь приложение банка, который поддержит крипту. Пусть большинство банков поддержит крипту не напрямую, а это как бы условные балансы, которые как бы могут конвертироваться туда-сюда. Но тем не менее, вы этими все равно балансами можете расплачиваться. Такой случай, о котором я сейчас говорю, например, это случай с моим банком Revolut. Там вы можете покупать битки и другие монеты, но... О, блин, там все-таки красиво, конечно. Вот там вот вид такой вот. Здесь нету спуска. Вроде тропа какая-то есть, но она... Но она ведет в какие-то кушири. В общем, там фьорд. Да, вы можете мне верить. Вы его, наверное, видите даже чуть. Вот, то есть Revolut. Но есть и банки, которые все-таки настоящей криптой торгуют. Но я всегда говорю, не настоящая крипта в банках — это не так страшно, потому что в банке все равно вы уже доверяетесь банку, и вы все равно уже доверяетесь, чтобы хранить там фиат. Следовательно, если даже у вас хранится в банке нереальная крипта, да, вот, например, Revolut, он не позволяет заводить и выводить биткоин. То есть он позволяет купить биткоин и продать биткоин внутри Revolut. И все. Пока что так. Они обещают сделать переводы, но это уже обещание длится уже очень давно. Поэтому кто-то может сказать: ну подожди, Дэн, это же не настоящий биткоин. Да, это не настоящий биткоин. Но если вы рассматриваете биткоин как инвестицию, ничего страшного, потому что в любой момент, вот вы видите, у вас на революте, у вас баланс там 0.01 биткоин, что вы можете сделать? В любой момент вы меняете, вот вы решили: так, все, не могу терпеть, револют, хочу уходить с революта, хочу настоящий биткоин. Вы в этот момент выводите этот биткоин, вы продаете его за фиат, фиат выводите на обменник или биржу, которую вы любите и которой доверяете. Там покупаете биткоин, и вот у вас та же сумма. Да, может быть, не совсем та, может быть, комиссии немножечко, курс просядет пока там туда или наоборот увеличится, пока вы будете это делать. Но вы получите там минимум 95%, но если вы не совсем это долго будете делать, не совсем некорректно, да, минимум 95% вы получите.
Поэтому хоть в Revolut'е не настоящий биткоин, но даже при том, что у них хотя бы есть трекинг курса, и вы хотя бы видите вашу доходность, в любой момент вы можете взять и вот так перевывести. И скажу правду, что важно отметить, что Revolut, как и многие другие банки, Monese, N26, BankU, вот Revolut сказал уже, и еще многие другие, это все банки, которые работают в Евросоюзе и работают с Евросоюзом. То есть вам, чтобы получить карту этих банков в большинстве случаев, а еще Wirex App, вам нужно быть гражданином Евросоюза. Но я сейчас это видео делаю для всех, да, для тех, кто живет в России, для тех, кто живет не в России, для тех, кто в любой стране мира живет и говорит по-русски, естественно, или может переводить. Для них это видео, и поэтому я рассказываю про все возможности. Если же вы в России, для вас возможности лимитированы, но вы можете обратиться к AdvCash. У них постоянно попытки, у них были карты работали, которые в России с криптой достаточно напрямую. Вот. Но у Revolut, что классно еще, у Revolut можно оплачивать битками. То есть вот вы приходите в магазин, платите, если у вас, допустим, все балансы пустые, вы разрешили оплату битками, у вас снимается биток по текущему курсу. То есть вы купили его давно, а снимается он по текущему курсу, естественно. Вот. То есть, в принципе, Revolut как бы, ну, на 95% биток настоящий, несмотря на то, что он там не настоящий в реальности, но воспринимать его на 95% как настоящий можно. Вот. Еще Wirex. Значит, в Wirex комиссии высокие, но классно в Wirex то, что там настоящий биток. И туда можно заводить, выводить, и там есть банковская карта. То есть Wirex банковская карта, пожалуйста, вы заказываете ее, если вам ее пришлют, не вопрос. Все, у вас есть банковская карта, которая напрямую связана с криптой. Заводить, выводить, соответственно, вы можете вашу карту переключать в счета. Там есть, естественно, счета для сберегательные, есть счета, ну, как в обычном банке, все, короче, вы можете это все управлять своими средствами. В Revolut еще удобно, что можно назначить автопокупку, например, каждую неделю покупать там на 0,0001 битка или на, там, на 500 рублей, и там, да, есть рубли, да, там есть рубли, но, там, но вы в России как бы ее не закажете, там есть все валюты вообще, ну, порядка 140 или 170 валют, вот, но как бы не во всех странах можно купить. В общем, да, то есть банковскими системами можно пользоваться, если там есть поддержка крипты, можете покупать через них. Единственное, имейте в виду вот эти ограничения в плане того, что не всегда это настоящая крипта, не всегда ее можно вывести напрямую, но даже если ее нельзя вывести напрямую, главное, чтобы у вас была возможность вывести деньги в любом виде из этой системы, да. Если у вас там крипта, и вы можете ее моментально продать и моментально вывести, нет проблем. Вы можете считать, что это... Это фьючерс на крипту, которая у вас когда-то будет, когда вы захотите ее получить в виде настоящей крипты. А может, вы и не захотите. Может, вас устроит то, что там биткоин вырос в 3 раза, вы заработали X3, да, и вы там в банке его купили, в банке же его и продали. И вообще не касались крипты напрямую, да, не опосредованно вот эти через приватные ключи, публичные ключи. Вы даже никогда у вас их не было, и вы даже не заморачивались. Пожалуйста, такой путь и способ тоже есть. Вы можете им воспользоваться, и кому-то он удобен, кому-то он подходит. Естественно, все то же самое, вместо банка можно использовать биржу, потому что Binance, например, поддерживает вывод ввод с пластика. Но там, как и в банке, нужно верифицироваться. С ней удивляйтесь, на всех биржах, во всех банках вас будут требовать верифицироваться, потому что это правило от отмывания денег, от защиты от терроризма, вот это весь вот этот бред, который не имеет реальной никакой обоснованности, потому что, естественно, террористы используют такие системы, которых оплаты, там, но тот же самый фиат, да, фиатные деньги неотслеживаемые, их всегда можно привезти сумку денег, да, террористы в первую очередь пользуются долларами, рублями, евро, а уже потом они пользуются чем-то еще, потому что доллары, рубли, евро, твердая валюта, если они не помечены никак, то ими можно пользоваться, они как бы обезличены, вот, и они для криминала они удобнее. Вот. Ну и крипта тоже, да, может быть крипта удобная для криминала, но этот криминал должен быть, опять же, образованный, он должен быть как бы технологически подкованный, в общем, не каждому это подходит, опять же. Поэтому утверждение о том, что вот крипту использует криминал, это, естественно, ерунда, потому что в первую очередь криминал использует что? Фиат. Именно фиат использует криминал. По всему миру преступники всех мастей и сортов используют именно местные деньги местных валют. Вот такие вот новости. Так, что еще рассказать? Значит, про банки поговорили, про способы ввода-вывода поговорили, про холодные и горячие кошельки поговорили.
какие-то еще меры предосторожности, какие-то еще вещи, что вам рассказать, я даже не знаю. В общем-то, мне кажется, уже целый час видео. И я считаю, что я достаточно подробно все это рассказал. Вот. И поэтому я предлагаю на этом закругляться. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну вот это все, как вы знаете. Обязательно пишите комментарии, задавайте вопросы. Какую-то тему я не забыл упомянуть, не добавил. Я могу сделать отдельное видео еще на эту тему. Я могу более in-depth сделать какие-то вещи, которые вам интересны более глубоко. Пишите мне, я дополню обязательно. Телеграфируйте, сообщайте. Вот. Я надеюсь, что вам этот поход, прогулка была интересной. Пока. Пока.